Свойство любого тележурналиста, как мы говорим, мыслить картинкой. Редакторы «Ленвремени» на минувшей неделе простудировали архив программы 2015. Самые главные картинки уходящего года, когда слова не нужны. О событиях, которые вошли в историю и уже стали частью нашей жизни. Картину этого года дополнит видео «Отправление первой ласточки в Лугу». Скоростное сообщение в этом направлении откроется в предпоследний день 2015 года, 30 декабря. С Балтийского вокзала до Луги первая ласточка долетит за 1 час 55 минут.